207 пыжик. Первый год. Двухлитровый дизель. 700 евро такая машина стоит. 700 евро пыжик. Гранд Сценик. 11 год. 1.6 дизель. Цена 4150 евро. Еще один 207. К сожалению, цены нет. Nissan. 2011 год. 1.5 дизель. Цена 3650 евро за такой нот хотят. Дача. Девятый год. 1.4 литра бензин. Цена 1150 евро. Peugeot. 5008. 11 год, 10 месяц, дизель 2 литра. Вебаста есть. 4550 евро. Сиат Леон. Двухлитровый дизель, 8-й год, 3100 евро. Этот без цены, этот я уже снимал. Так, старенький B5. В седане. 99-й год, 1.6 бензин, пробег 136 тысяч, цена 1400 евро. 136 пробег. Ну так, руль не затертый, сидушки не затертые. Хрен его знает, может, у деда кого-то стоял в гараже. У слепого немца. Так. 9-й год. 1.4 TSI бензин. 1500 евро за Леон. Цешка в универсале. На автомате. Кожаный салон. 2006 год. 2.2 дизель. 3300 евро. Не знаю, как по мне, чуть дороговато. Но видно, что автомобиль, в принципе, в хорошем состоянии. Так, Mazda шестерочка. Седан. 6-й год, 1.8 бензин. Из Германии. Цена 2200 евро. Ну, судя по рулю и так по состоянию салона, пробег не должен быть большим. Ford Focus без цены. Nissan Qashqai. год. Двухлитровый дизель. 4200 евро. B5+. В универсале. 3-й год. 1.6 бензин. 1950 евро. Фокус. В универсале. 2150 евро. 8-й год. 1.6 дизель.
Cafe Max. Четвертый год. 1.8 бензин. 170 пробег. Цена 1700. Еще один фокус комплектации ЧИА. Двухлитровый бензин, третий год, 1650 евро. Гольф. €1200, 1.4 бензин, 99 год. Поло. €2100, 7-й год. Бензиновый мотор, не указан объем. Скорее всего, 1.2, наверное. B6. B6 на автомате 8-го года. 3000 евро. Двухлитровый дизель. Ford Mondeo. В седане. Тоже ЧИА. 2.2 дизель, 6-й год, 6 передач, из Германии. Цена 1600 евро. Гольф без цены. Астра в универсале. Восьмой год, 1.9 дизель, из Германии, 1900 евро. Пятый гольф в универсале. Седьмого года, 1.9 дизель, из Германии, цена 2700 евро. Opel Zafira. Opel Zafira 1.9 дизель, 2005 год. 6 передач, 2000 евро, из Германии. Megane Hatchback 2004 год. 1.6 литра бензин. Цена 1400 евро, из Германии. Пятого года Mondeo 1400. 2.2 дизель. Универсал. Megane 6-й год. В универсале 1500. 1.5 дизель. Здесь два автомобиля без цены стоят. Посмотрим дальше, что есть. Тауран 2-го года с техосмотром. 2400 евро. Подожди, какого 2-го года? А, это у него техосмотр, блин, до 22 года. А так, Тауран 5 года, двухлитровый дизель, 2400 евро.
Мирива тоже со свежим техосмотром до 22 года. Неплохо выглядит. 7-й год, 1.6 бензин, 2.350. Гольф 6-й, 9-й год, 1.4 бензин, 3.950.